Мне, я больше в этот ресторан не пойду все-таки, да. Пижонства много. Ну, мы наелись кое-как, но сказать, чтобы я прям... Сказать, что я прямо испытал гигантское счастье. Махи-махи, жестковатая какая-то рыба. Ну, красиво, они красиво делают. Нет, все сделано очень красиво. И представлены, и твой обед был очень красиво выставлен, и суп был великолепно выглядел. Суп мне больше понравился, кстати, чем махи-махи. Ну, суп как бы обыкновенный, но выглядел действительно эффектно. Все красиво сделано, да, очень. Все сделано по-пижонски, по-пижонски. Это знаешь, ну, как? Это, наверное, понравилось бы этой коллекции. Да, это бы людям, которые имеют вкус эстетический, это все бы было бы шло, они бы заказали вино за $100, $200 бутылку и сидели бы. Но мы не такие люди. Мы простые советские граждане. Из Советского Союза. Поэтому мы таким вещам не обучены. Нет, я, честно говоря, не собирался купить слова. Я думала, буфет. Ну, мы уж купили эту дурацкую золотую леточку. Надо же как бы притворяться пижонами. VIP, ну из нас VIP такие. Да. Ну ладно. Мы будем притворяться, как мы можем. Сидеть вот на берегу моря, смотреть на волны.